только что. Вы сами все видите. Картинка шокирует, безусловно. Это реактор Викрон Пацифик под Сиэтлом. Утром нам сообщили об вынуть весь свободный состав. Предположим, что это Прямая трансляция с места событий. Похоже, главарь КВА по кличке Аид решил сделать заявление. Дорогие граждане мира, вас охватил страх. Вам страшно, потому что вас заставили проснуться. Бывают дни, которые не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты в тот день, когда все изменилось? 4 года назад некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Когда вы были беззащитны, мы дали вам нашу силу. Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Кто мы? Мы путь в будущее. Ну что ж, просмотрели мы такую веселую рекламку. Ну а если серьезно, то привет всем! Вы смотрите видео на канале Double Geek, и с вами, как всегда, Серега. Ну а мы продолжаем проходить Call of Duty Advanced Warfare. Если кто помнит, то в прошлой части, в конце серии, так бомбануло, что теперь мы, походу, будем расхлебывать все это, и, короче, сегодня будет тоже весело. Ну что ж, ждем загрузочки. Загрузочка длинная, долгая, непонятно почему. Немного не подрасчитали разработчики, потому что видео заканчивается намного раньше, чем полосочка противная. Ну да ладно, фиг с ней. Блин, или не фиг. Последствия. Детройт, Мичиган, США. Тип скелета, опять специалист. Ну и ладно. Это Детройт, детка! Да ладно. 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать. Ну, короче, как всегда, понятно, Атлас суперкомпания, которая обеспечивает все, всех и всяк. А мы, короче, лузеры, которые должны сейчас защищать. Да ладно, молчал бы. 2 дня подряд. У КВА нет выходных, и у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Прикольно. Я не могу связаться с ним. Я уверен, он в порядке. World Transporter. Прям по миру всему перевозят. Тик. Надо догнать. Блин, тут так прикольно все сделано. Объявление. Ну, почти прям как вот на остановках, когда срывают объявление, остается только один клей. Ну и что, ты остановился? Капец, у него волосы прикольные. Да-да, кидайте мячик, играйте в бейсбол. Использовать, кого использовать? Использовать. Секунду, капитан. Опа-па-па-па. Привет, сканирование. Пожалуйста, подождите.
О боже, а зачем нас сканируют? Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Это я? Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы да что-то спрятать. Быстрее, блин, там какая-то хрень четко. Все, воу! Удачи! Уйди, кыш, брысь! А! Да, я хочу туда. Гидеон, Торос, все готово? Можно ехать. Байки готовы, время рассчитано. Вот хрена, эта фигня похожа на какую-то мультику, не знаю. Хорошо, поконим. Пофиг. Пофиг, это крутая штука какая-то. Подключись ко мне, вруби автопилот. Нахрена мне автопилот урубать? Я сам хочу погонять. Право 2-1. Доктор в госпитале. Время пошло. Класс. Вас понял. На синей точке 5 минут. Помните, брать живьем. Он поможет нам найти Аида. Понял. Конец связи. Вот, еще в таком костюме побегать было бы вообще шикарно. Надеюсь, что в будущем будет такая возможность. Идиот. Приказ 5-5-2-7. Идиот? Или мне подвижно? Ну, что ты на меня смотришь, ты, балбес? Бойца на байках. Пророк, право 2-1. Переходим в рубеж дельта. Держать цель. Так, я пока что за ними еще не сам еду. Плохо. Не верю, что это Детройт. Мало что поменялось. Блин, жесть. Вообще вот это точка сбора впереди, пошли. Фак, это реально красиво выглядит. 6, жесть, просто жесть. Вот это все? Мы с Митчеллом берем север, вы двое юг. Транспорт на бейс. Когда я покатаюсь? Так, ну что у нас? Еще какие-то стволы есть? Опа, у нас стволов нету. Обнаружено движение в 100 метрах к северо-западу от вашей позиции. А, я в другую сторону. Пошли, пошли, пошли. Нема тут никого. Убрать технику впереди. В этом секторе никого не должно быть. Старайся не стрелять. Сделаем все по-тихому. Да, по-тихому. Ты себе веришь? Ну, пошел. Блин, кубков сколько? 6. Пророк, мы на синей точке, движемся через школу. Вас понял, следим за вами. Каким образом? Ты умеешь смотреть сквозь стены? Да идем, нема тут никого. Вроде бы. Там не пройдем, как я понял, да? Шо, где? Да нема никого, лампочка бахнула. Нервный. Ой, давай уже, веди куда-нибудь. Не нравится мне эта музыка. По-любому что-то произойдет. Shift, что? Джокер, у меня тут трупы. Похоже, вау. Уборщиков. Химкостюмов нет. Всех в химкостюмах. Жесть. Считать врагами. Вас понял. Если КВА работала под прикрытием, их здесь будет больше, чем мы думали. Вот так круче, да? Я согласен. Мать твою. Митчелл, к двери. Митчелл, дверь. Да, открывай, открывай. На никого. Наверх. Фонарь выключи, баран.
это такое? Ниточки какие-то. Сюда я давно уже здесь, ты индюк. Давай быстрее. Стрелять хочу. Отлично, а я так сделать не мог, значит, да? Шикарно. Вообще беспалевно. Просто два мужика стоит вверху. Что-то мне кажется, что я сейчас упаду. Вот тут, тут. Сейчас упаду. По-любому. Я же сказал. Ёп, перный театр. Проклятие. Если можешь, двигай к югу. Встретимся там. Отлично. Стволов нету. Просто шик. А, удерживать надо. Отлично, я нашел первые разведданные. Я красавчик. Что оно засвистело, мать его? Какого хера оно засвистело? О! Это ствол получше. Что это было? У тебя что? А, у меня два ствола, значит, уже. Усилитель цели. О, пойдет. Так, надо перезарядить. То не уже молили по кому-то. Так. Никого нема. Опа, ах ты падла. Воу, 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 воу. На. Ой. Фу. Красиво. Что за хрень? Я только что три раза попал ему в голову. Да мать твою, пошел ты в жопу, Казмина. На. 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 Падла. Короче, этот ствол херовый. Надо вот этот взять. О! Сразу! А то... Шмальнул три раза, а толку никакого. Митчелл, сюда! Вниз! Чё за хрень? Только что была. Ты чё? Мать его!
тут прицел классный, кстати. Что ты делаешь? Ах ты мать твою. Капец их там... задрахали. Медика сюда. Какого вам нахер медика? Медика вам. Медика. Блин, а мне ствол понравился. Надо эти патрончики пособирать. Гасит ничего так. Класс. Наконец-то стекло, мать его, разбивается как стекло, а не как херня какая-то. Правда, выглядит, конечно, не айсово. Джокер, что у тебя? Мы у блокпоста на Бейтс-стрит. Везде солдаты КВА. Впереди! Беглый огонь! Мы почти на месте! Солдаты врага! А чё я так не умею поднимать? Я тоже так хочу уметь. Где граната? Вау. Ого, гахнуло. Тебе не надо прицеливаться. Обожаю эти гранаты. Отлично. Пошел. Суки. Хера себе. Да ё-моё, сядь. Ай. Блин, что-то я вообще расслабился так. Так, вот там вот мудак. Привет! Мёртвый. Не могу взять врага на прицел. Контакт! Впереди! Контакт! Контакт! Эдика сюда! Щек. А еще те кого? Ты мать твою! Солдаты врага впереди! Как ты мочишь, ты придурок? Контакт! На один раз готов! Ну, выбегайте, чуваки. Я же знаю, что вы там. Снайперы! Ладно, используем овердрайв. Блин, было красиво. Только все замедленно было. Отлично, никого нету. Вот они, пошли! Вот это вообще шикарно. Блин, вот это вообще жесть. Мне этот ствол нравится.
Класс, а как она стреляет, если без прицела? Что с врачом? Биометрический трекер его поймал. Шикарно. Он все еще в госпитале. Хорошо. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик, укрываемся за ним. Где патронов больше? В 100 метрах. Пошел. Ладно, вот этот возьмем. Воу. Джокер, прикрой нас. А, как всегда. Кто крайний? Джокер. А где я их не вижу никого? Лё. Тулят во всё. Кого толкать что-то? А, ладно, понял. Толкай! Ща. Двоих! Красавчик. Вот это я не попал. Ладно, толкать. Удерживайте, я понял. У меня сейчас на лутскую. Мать твою. Ща. Я понял. Вот это было зря. Грузовик, укрываемся за ним. Снайпа охеренная вообще. Мощнявая. Госпиталь, в 100 метрах. Пошел. Ща. Ребят, со всех сторон, нихера себе. Дай. Ладно, я понял, херня. Вылазь. Грузовик. Да, я лох. Закрываемся за ним. О. Госпиталь, 100 метрах. Пошел. Оп. Стоять. Вообще нихера не видно. Ребята бешеные. Так, пополз. Дальше. Бешеные. Толкаем. Отлично. Не толкаем. Берем снайпу. Минус один. Минус два. Минус три. Минус еще два походу. Не попал. Идем дальше. О, походу эти мудаки застали. А не-не-не, нифига. Вот это вообще было не в тему. Без пушка косая. Кто? Это наш чувак! Что за... Наши чуваки, мать его. Падла. Готов.
Ладно, давайте дальше толкаться. Блин, охеренная тема, реально эти костюмы вообще четкие. Все, дотолкались. Куда пошел? А, ну теперь конечно. Че он прыгает? Ладно, фиг с ним, пускай не прыгает. У нас раненый! Раненый! Доктор рядом. Второй этаж, северное крыло. Живым, любой ценой. Ладно, ладно. Вспышка! Фух! Откуда они появились, ёлки-палки? Я вообще в шоке. Вспышка, блядь. Вспышка! Куда вы, блядь, лезете, если стрелять не умеете? Дебилы. Ты куда? Совсем дурак? Нежданчик, да? Митчелл, выбей дверь. Чш, ой, промазал. О, сейчас будет круто. Не стреляй! Привет, привет. Сейчас я его такой одной рукой поднимаю. А, не, не одной рукой. Ну ладно. Когда видел Аида... Ой, ёпта, ты дурак, что ли? Ты что убьёшь нахер? Я не скажу! Все они так говорят, а потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Рэйш ему что-нибудь. Теперь нам всем конец! Конец! Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Мечом, за мной. О, миссия не закончилась. Веселье продолжается. Носятся. Неужели столько людей ездит? А где этот хрен? Или он его один будет нести потом? Воу! Нежданчик. Ёб, макарёк. О, о, о! Ну как всегда. Три выстрела и три... Чё нах? Чё? Я тоже так хочу. Идёт подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? Пиздец. А у нас есть выбор? Я в ахере. Дайте мне ствол, я побежал. Я уже быстрее хочу в таком же костюмчике побегать. Что это было? Куда вообще... А, вот. Хрен его знает. Раненый! Ой, бегаем. А, вы уже всех перестреляли. А где мой карет? О, может теперь я на нем буду кататься? Рон-дон-дон. Иху! Уху!
Ой-ой-ой. Ой, блин. Ой-ой-ой. Не умею этой херню управлять, но ничего, сейчас научусь. Вот это бомба вообще. Вау. Вау. Epic fail. Йо. Больно. Осторожно. Я уже вижу. Воу. Иху. А, стрелять нельзя, да? Херово. Я стараюсь. Ой, ой. Воу, воу, воу. Ты что? Чудишь, мать его! О. Ну, гони вперед! Гони на всех барах! Твою мать, взрывается красиво! Трамплин! Офигеть, бомба вообще! Шикардос! Пророк, цель захвачена. Забираем его для допроса. Охереть, мать его. Блин, Call of Duty в этот раз просто превзошел сам себя. Я даже не знаю, что сказать. Вообще нет слов. Это просто... Бух! Это взрыв мозга, это, блин, это столько эмоций. Я только сейчас начал отходить от всего, что произошло за эти последние секунд, так 40. Это бомба. Блин, мне эта миссия понравилась еще больше, чем предыдущая. Да и, наверное, предыдущая понравилась тоже так же самое, больше, чем предыдущая. Здесь миссии просто сумасшедшие, просто неимоверные. Поэтому ждите следующую серию уже скоро-скоро. Ну а пока что можете посмотреть эту серию, поставить лайки и подписаться на канал. Ну что ж, пока-пока.